наверное, на 24 вольта. Примерно вот такая вот сеточка, что вы сейчас видите, в виде сот. Попробую сейчас ребята выпрыгнуть, может что-то не вырубится. Выглядит у нас вот так вот. Под ней, здесь. Ну еще нужно отторцевать, не нужно открыть. Для сеточки был пазик для ее крепления монтажа. Тем самым она будет, не будет звенеть об основной корпус. Thank you.